Ну что, друзья, приветствую вас на нашем YouTube-канале. Рано утром известная российская телеведущая Дана Борисова сообщила на телевидении на одном из популярных шоу о том, что временно приостанавливает свою карьеру и на несколько месяцев покидает свою родину России. Что же произошло с Даной Борисовой, узнавали уже наши источники. Наши источники вышли напрямую с ней на связь и поговорили с ней. Оказывается, несколько дней назад Дана Борисова узнала после медицинского обследования о том, что у нее серьезные проблемы с позвоночником. Последнее время меня очень сильно мучают сильные боли в области позвоночника. После осмотра врачами мне рекомендовано серьезное лечение. Но в России лечиться я не хочу, говорит Дана. Придется уехать из России за границу, чтобы пройти нормальные обследования, где мне будет назначено хорошее лечение. Подробностей пока никаких нету, Дана Борисова больше ничего не комментирует, но наши источники следят за данной информацией, друзья, и уже в следующем выпуске мы постараемся вам рассказать более подробнее об этой всей трагедии.